так богата, и я это не скрываю. Да. Все мои подруги ты! Не замечают, они видят мои. Дети, пошли. Тупо повторяют. Пусть не забывают, тут... Это вы мне? Да, тебе. Ты что тут сидишь? Так я в своей машине на парковке, я никому не мешаю. Ты мне мешаешь. Сидишь тут в своей дорогущей машине. Я тоже такой хочу, а у меня такой нет. Так я сама на нее заработала. Вы тоже можете заработать и сидеть. Я не могу заработать. Меня на работу не берут, у меня образования нет. Ну так учились бы. Так я не могу учиться. Когда мне учиться? Я рожала. А я что, виновата? Виновата? Ты что такая красивая, мразь? Так я в зал хожу, слежу за собой. О, мне некогда за собой следить. Я за мужем, алкашом слежу. А я что, виновата, что у вас муж алкаш, а у меня нормальный? Виновата? Потому что такие, как ты, с перекроенной мордой, всех нормальных разобрали. Вы что-то путаете. Я не могу быть виновата во всех ваших бедах. Именно ты и виновата. Красивая, богатая, с мужиком. Кредит мне закрой. Почему я? У тебя деньги есть, а у меня нет. Дай мне. С какой это стати? Какая жадная мразота, а? Дети, пойдемте. У тебя Инстаграм есть? Есть. Как записано? Анна Копчикова. Пойду писать тебе всякую дичь в комментариях. Пойдемте, дети. Давай, давай, давай. Эту сумку мне муж купил. Эти ролики муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил.